погода, только человека рядом, но мы часто провожаем их взглядом. Почему люди не могут вместе? Может быть, просто из-за мести. Я скучаю, я невозможно скучаю, но понимаю, придется забыть. Почему каждый раз ощущаю, как я не могу без тебя жить? Раздирает чувства, это как искусство. Надо где-то взять столько сил, забывать. Приходится безумство перед глазами, как ты уходил, не простил, даже точку не поставил. Мог бы правду всю в глаза сказать, просто так в одиночестве оставил и заставил всем про тебя лгать. Это удушье, твое равнодушие, а ведь когда-то говорил «люблю». Для меня было самое лучшее, я никогда не уйду, не уйду. Это удушье, твое равнодушие, а ведь когда-то говорил «люблю». Для меня было самое лучшее, я никогда не уйду, не уйду. Вот так вот доверять людям нельзя, не стоит тянуться к ним всем сердцем, просто мы не умеем ценить добра, а в отношениях чувствуем себя владельцем. Я больше не улыбнусь, это выше моих сил, понимаете? Бывает и такое, если кто-то когда-то тебя отпустил, ты потерял самое родное. Спасибо, что приснился, нашел время, мне как раз не хватало времени.